Всем привет! С вами снова Елена Нифонтова, и это мой канал Радуга ТВ. И также моя группа ВКонтакте «Идеально». Сегодня я бы хотела снять видео о письме от Ани Ахтареевой. Оно выглядело так, лежало в таком конвертике. По-моему, это самое толстое письмо, которое я вообще получала. Вот вы просто видите? Это просто неземной размер. Вот, такой вот огромный. Тут скотч я не стала тут склеивать, потому что, ну, тут проще. Конечно, может быть, хранить неудобнее все вот так вот. Ну да ладно. Хочу сказать Ане огромное-огромное спасибо. Мне безумно понравилось ее письмо. Оно очень-очень классное. Просто вообще, просто вот. Просто, это просто вот очень классное письмо вообще, одним словом. Ну и давайте же посмотрим, что тут лежало. Много всего непонятного. Так, все. И первое, что тут лежало, это такие 4 декоративных скотча. Как я понимаю, Аня мне их положила в обмен за браслет. То есть она меня попросила, чтобы я ей дала кое-какой браслет. Но мы с ней, в общем, встретились, она мне дала письмо с этими скотчами, и я ей браслет. Конечно, вот эти 3 скотча у меня уже есть. Типичность. Но, с другой стороны, очень классно будет их возить с собой. Например, я очень часто путешествую, поэтому, ну, я не очень люблю брать большие мотки. А когда... Ну, а так-то, если я отматываю от своих скотчей полных, то у меня потом они наверняка остаются. И это не очень классно. И также такой декоративный скотч... Он может быть тоже за браслетик, такой обычный, зеленый, хотя бы такого у меня нет. В общем, хочу сказать огромное спасибо Ане, очень классный скотч. Потом тут лежали 3 такие конфетки. Тоже спасибо большое. Интересно, с каким она вкусом. Сладонеж какой-то тут, и XXL. Вот такие конфетки. Потом тут лежала такая ленточка. Она была на скрепочке. Вот такая вот. Она, кстати, длинная и очень, кстати, подойдет для закладки в личный дневник. Но если вдруг у меня не будет закладки в каком-то дневнике, то вот, она довольно-таки длинная, даже вот так вот. И она была на скрепочке. Потом тут лежала распечатка. Я не знаю, что тут делает распечатка, которую я ей прислала в прошлом письме. Вот. Я ей распечатку в прошлом письме присылала. Почему она мне ее обратно положила, я не знаю. Потом тут лежал типа такой браслетик из скрепочек. Ну, может быть, она просто так скрепила. Тут лежало 9, по-моему, тут скрепок. По-моему, да. Я просто... 6, 7, 8, 9. Тут 9 таких разных цветных скрепочек. Тоже спасибо. Потом тут лежал браслетик из резиночек. Тоже спасибо огромное. Но она прекрасно знает, что я ненавижу. Ну, ладно, я что-то переборщила. Не очень мне нравятся резиновые браслеты, так как, я не знаю, наверное, вы мне сейчас не поверите, но они вызывают рак кожи, некачественные резинки, а наверняка у Ани некачественные резинки. И она, зная, что я не люблю эти резинки, специально мне их кладет. Вот, по-моему, она это специально делает. Ну, ладно, все равно спасибо, будет лежать у меня в письме. Так, потом вот такой вот смайлик. Ну как, для резинового браслета. Потом на скрепочке стикеры, по-моему, это. Нет, это листочки для записей. Каких-то цветов. Синий, розовый и желтый. Вот такие вот листочки. Так. Потом, тут лежал вот такой классный блокнот Сочи. Он на такой спиральке. Очень классный. Вот тут очень много листов. Даже не написано, сколько листов. В общем, очень много. И также она тут написала мне письмо. Вот такое небольшое совсем. Также, такой же, как блокнотик. Так, потом, как я понимаю, это такая вот большая пластина пластилина. Пластилин очень красивый. И, в принципе, я не знаю, каким образом вообще пластилин вот лежит вот так. Обычно же он продается не в таком вот виде.
Ну, в общем, такой перламутровый красивый пластилинчик. Спасибо большое. Мне он очень понравился. Ну, по-моему, этот пластилин, может, какая-нибудь глина там, я не знаю, что это еще может быть. В общем, очень классно. Так, потом тут был ам-ням, который можно, вот на пробирокулю можно, например, ниточку вставить, куда-нибудь прикрепить. Ну, вырезка ам-няма. Спасибо большое. И вот такой вот фломастер. Давайте же проверим, как он пишется, если я еще не смотрела. Пишется, в принципе, нормально. Вот, вот такой классный фломастер. Спасибо, Аня, огромное. И это было все Анино письмо. Хочу сказать Ане огромное спасибо, мне безумно ей понравилось письмо, особенно оно было настолько толстое, что просто, я не знаю, как она закрыла конверт, но да ладно. Письмо очень было классное, поэтому спасибо Ане. И также не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на мой канал, вступать в мою официальную группу и не в официальную группу. И всем пока-пока-пока.